Свыше 700 тысяч гектаров леса горит в Иркутской области. На борьбу с возгораниями брошены дополнительные силы МЧС и Министерства обороны. Задействованы 185 огнеборцев и 9 воздушных судов. Самолеты Б-200 и Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ми-26. За выходные спасатели локализовали пламя на территории в 20 тысяч гектаров. Тем не менее, площадь пожаров увеличилась на 11 тысяч гектаров. Самые масштабные потери несут Мамско-Чуйский, Бадайбинский, Катангский, Киренский и Усть-Кутский районы. Тушение огня, по данным МЧС, осложняется труднодоступной горной местностью.